Личное оружие тебе придется сдать. Есть, сэр. Если вы хотите по-настоящему его разоружить, заставьте сдать батарейки из калькулятора. Взамен даю это. Я использую этот муляж на торжественных мероприятиях. Держи. А этот получишь, когда научишься им пользоваться. Слушайте, парни, я пашу на двух работах. Здесь. И еще подрабатываю в супермаркете. Ясно? Чтобы мой сынок сумел закончить университет, осознал свою бисексуальность. А затем стал диджеем. И мне не нужен рапорт баллистиков о происшествии в отделе. Я вас очень прошу, ребята, возьмитесь за ум. Ну правда, включите мозги.